Однажды, гуляя по лесу, три брата наткнулись на яму, в которой сидело счастье. Тогда первый брат подошел, наклонился к яме и сказал: «Деньги сделают меня счастливым». Счастье сделало его богатым, и он ушел счастливым. Другой брат, склонившись над ямой, пожелал красивую женщину, чтобы она скрасила его жизнь и всегда была рядом. Его желание было исполнено, и он умчался вдаль с красавицей под руку. «Теперь ты. Чего ты хочешь?» — спросило счастье у третьего брата. «А ты?» — ответил он. «Я бы хотела, чтобы меня вытащили из этой ямы». Он улыбнулся, протянул руку, вытащил счастье из ямы и пошел своей дорогой. А радостное счастье